Ну, короче, суть у нас сегодня игра простая, опять же, без По-моему, душилова. По-моему, это наебалово было. Ответ... Ебать сложная какая-то. Ответы можно кричать прям, типа, ебать. Прям, если даже не ты отвечаешь, все равно можешь орать его там, кричать и отвечать. Похоже, я буду, скорее всего, засчитывать. Мне вообще похуй. А можно так, послать нахуй кого-нибудь? Можно, пожалуйста. Охуенно. За это даже можно очков получить, если это получится хорошо. Ебать, как же сладость какая. Мы начинаем первый раунд. Музыка, тема вопроса география, торт медовик, профессии, изобретения. Изобретения уже были, кстати. Слышь ты! Я тот самый тяжелый. Ну ладно, блять. Музыка. Музыка 100. Вопрос со ставкой. Ставлю это все. Это тема, которую нужно узнать. Кто автор музыки и из какого она фильма? Легко. Он был из Ангарска. И даже не подозревал, что когда переедет в Москву, его жизнь перевернется. Сейчас он президент Российской Федерации. Ну это Ханс Зиммер, наверное, если, да или нет? Да, из какого фильма? А вот а фильм, блядь. Это Ханс Зиммер, красава. Начало. Максим, а когда фильм выйдет? Не знаю. Назовите исполнить по тексту. Words like violence, break the silence, came transitioning. А песня? And June the Silence? Красава. Блин, взял караоке Максима и испортил. Сидели, слушали. Музыка за 500. Это без риска вопрос. Универс по шансам тебе. Отлично. Назовите дегенерата, который поет это говно и Это, блин, это, мне кажется, это Чайковский, пацаны, нет? Чайковский. Блин, это Моргенштерн, типа Новый Мерин или как? Да, это? Верно. Пиздец. Добрый вечер, ребят. А можно еще успеть ворваться? Привет, конечно. Привет. Пауза нормально. Нажимается. Два вопроса прошло. Просто мы слышали, что ты сказал, без Арсения ты не пойдешь, а вот ты пошел. А это моча в голову ударила. Это слова нормально. Не мальчика, даже а мужчины, да. А как игра называется? А он видит, что на ведущем не Джокер, как бы, значит, можно заходить. Можно выиграть, наконец. Да, можно побеждать. Слушай, Мунирс, я накину еще тебе очков вот за эту хуйню, это просто пиздец. Ты даже спасибо. Песню знаешь. Так, ну, может, наоборот, это в Инстаграме. Это был тренд когда-то. Можно мне тоже, я угадаю тоже эту песню, я знал. Не-не, ты так слышь Димас ты, называлась? Я знал, слышь я. Ты. Это Моргенштерн. Не, я его первую песню знаю. Димас, а как песня называлась от Моргенштерна? Как сейчас, вот это Новый Мерин. Ну, блять, я думал, ты не запомнил. Думал, не наебалово. Да я знаю эту песню, бля, я слушал недавно. Ну, типа, это пиздец, типа, по-моему. Да думал, будет бас наебал. О! Короче, да. Следующий вопрос. Валит, короче. Говорит, я слышал, вопрос такой... за 100. Кто первый крикнет, тот-то получит очки. Как называется эта песня? Это The Beatles. Ну, бля, вам Универс снова победил. Нихуя ты. Он первый. А я зачем это... Фанат Битлз. 1800. Давайте еще 100 фанат очков Битлз разыграем. А, мужики, а можно IP узнать? Я первый, а ну вот, вон. Да, я меня просто попробуй я вот не, этот. Не видел. Опа, вот этот вот. Двоеточие 7000. Ничего, если я его полю на стриме или не полю? Да, это внутренний. Ну да. Все равно не поли лучше, хуй знает. Так, давайте. 100 очков. Это внутренний, это меня. Песню. Давайте, блядь, сразу на середину песни промотаю. Я просто сразу... Вот нормально, кроп саунд, да. Фил Коллинс, Another Day in Paradise. Продолжаем игру. Выбирайте вопрос, пожалуйста. Поехали, музыка. Кто это? Назовите известного актера, который является вокалистом группы Dead Man Bones.
Или такая. Но никто не знает, похуй. Я буду скипать, если вы долго так будете думать. Ну, это, короче, Гослинг. А, блядь, Дальше по музыкам. Музыка и жанр, возникший в Южной Корее, и вобравший в себя элементы западного электропопа. Кей-поп? Верно. Вот же он, Терентий, пацаны. И 200. Что за... Первый сингл из альбома Hunting High and Low был впервые исполнен этой группой в 84-м, получив в Великобритании золотую сертификацию. Современному поколению этот трек запомнился тем, что прозвучал в немом видео, в котором три веселых друга в припрыжку бежали по улице. Оригинальный клип к этой песне был выполнен в формате комиксов. А, это ха-ха-ха Take On Me? Верно. Не ха-ха, а... Нормально. Она играет до сих пор, типа, просто так? Да, я скипну, мне похуй вообще, давай дальше. Вот я тоже так думаю, изобретение. Изобретение 100. В 69-м году изобретение Галилео Галилей изменило представление человечества. Это был телескоп. Совершенно верно, а что с ним за это сделали? Его... Депортировали. Нет, его не сжигали, сжигали другого, нахуй. Я не помню, что с ним делали. А? Нет, а там итальянцы нет какого-то сожгли, отвечаю. Если не ошибаюсь. Да? Да. Американские ученые и политические деятели доказали, что молния — это разновидность электричества. Мы недавно про это говорили. Он же изобретатель Ха-ха. Громоотвода, блин. Это Никола? Томас Эдисон? Не-не-не, он недавно у нас был уже. Вот этот вот парень. Это тот. Нихуя, смотрите, там дети какие-то справа. Он на банкноте есть, ну че вы, блядь. А, ебать! Это Бенджамин, который... Да. Вот, Бенджамин Франклин. Серьезно, Франклин это изобрел? Получается, у нас же, да, у нас был вопрос, как один из президентов, изобретатель еще, типа. Ебать. Вопрос, типа, там, интересный вопрос, кстати, изобретение такое, я бы не сразу догадался. Кто хочет? Я. Муниверс. Что изобрела Джозефина Коркейн в 800 каком-то? Ух, ебать. 800 каком-то? Намек, кстати, на заднем фоне у нее есть. Я вот когда ищу квартиру снимать, я всегда думаю, есть ли там эта штука или нет. А, я понял. Но это микроволновка? Нет. Микроволновка у меня с собой. Холодильник? Это посудомоечная машина. А, посудомойка. Микроволновка у меня с собой. Первый проект этого изобретения разработал Константин Циолковский. Циолковский. 807. Это такой... Ага. Мем, помните, был? Что он изобрел? Дирижабль. Ага. Ну да. Давайте дальше по изобретениям. Изобретатель телефона, а Белл никогда не звонил своей матери. Почему? Она недавно жене была. Блять, она была глухой? Тоже, блять. Ну, отчасти ты правильный дал ответ. Они оба были глухими, понимаешь? Понял. У нас недавно был вопрос. Изобрету-ка я телефон, чтобы можно было общаться. У нас вопрос недавно был. В прошлый раз не мать была, а жена. Жена. Может, и жена, и мать его. Зонтик был изобретен дважды. Первый раз в Древнем Китае, а второй раз в Англии. Чем отличался английский зонтик от китайского? Английский от дождя, а китайский от солнца. Ебать, это правильный ответ? А мы говорили, что вроде срезать надо людей, у которых... Жалко, что не я ведущий. Нормально, что у него голос там, типа, блядь, это поменялся? Да, изменился, ебать, голос. Я перепутал. Ему настолько линдер слушать. Описанную ниже. Профессиональная деятельность этих людей заключается в дрессировке, воспитании и разведении собак. Это кинолог. Кинолог — это человек, который разбирается в фильмах. А про собак скажи мне, пожалуйста. Дрессировщик, слышал такую профессию? Ну да, дрессировщик хотел, ну типа, дрессировщик. Ну кинолог, блядь. Да кинолог, да. Это тебя шатнули просто в легкую. Давайте дальше. Знаете, география. География. Ну, блядь. О, вопрос с секретиком. Брать, да? Я не знаю, каким образом это география, конечно. Парни, кто желает? Давайте я попробую. Давай, курьеру, можно? Прошу. Поехали. Назовите исполнителя саундтрека и фильм. Ну это легко. А у меня ничего не видно. Это не у меня тоже нихуя не видно. Потерпи. Скорее всего, не загрузилось, да? Я спою. I came to you, take my hand. Ебать, Maroon 5. Maroon 5. Нет, давай тогда послушаем песню для начала. Блять, это же так легко. Максим, можно я отвечу? I'm just a sucker for pain. I'm gonna stir you up. А что еще раз нужно сказать? Фильм этот... Suicide Squad. Ага, и группа какая исполняет песню? Это 21 Pilots. Верно.
На Максе ничего не было, если что, у меня синий экран да, был. Да, вообще ничего не было. Меня подгрузило. У меня было. Да, подгрузило, подгрузило. Я хост, блядь, в этом вся проблема. Прибор, определяющий относительную влажность. Относительная этот, блядь. Относительная влажность? Блядь, я с барометром перепутал. Нет, не. А что барометр измеряет? Относительную влажность? Давление, вроде. Давление, верно. А нам нужен... Относительная влажность. Гиги, у меня есть, у меня же есть, блядь, предложение, ну да. Ну мой ответ барометр, но он неправильный. Типа. Отлетаешь. Да. Это не гигрометр, слушай. Гигрометр, верно? Так, ладно, мне пицца приехала, это шоу. Просто влажный. Лучше бы это называлось тигрометр, было бы круто. Тигров. Самая маленькая страна по площади. Плутон. Лихтенштейн. Ватикан. Верно. Карина побеждает. Подожди, курьер это Карина? Да. Подожди, Маша, ты не справишься. Государство не имеет прямоугольной или квадратной формы. Бля, недавно все эти было, вопросы. Блядь, как же он назывался, да? По-моему, это Непал. Эх, Терентий, все сейчас ты их путаешь, бля, да, вторую попытку? Я думаю, это Непал, ну или Тибет. А, видишь, Непал, да, правильно. Дабл бай. Ого. Сверхмозг на Терентии, давай дальше. Поехали. Назови это чудо архитектуры. Что у нас перед глазами? О, как оно? А что это эти, блядь? Зацените, какая красивая пикча. Ну тогда это мать. Это что она есть, по-моему. Серьезно? Почему-то чеченица, блядь, пришла в голову. Чеченица. Только не чеченица. Какие 8 стран владеют ядерным оружием официально? Назовите 6 из них, и я прощу вас. США... Россия, Россия, Китай, Франция, Великобритания, Индия, Пакистан и КНДР. Ну, КНДР и Израиль не официально. Пакистан, мамочки. Ну, то есть они как бы не в ядерном. Израиль, хотя и имеет ядерное оружие, не подтверждает этот в факт России официально. В России вплоть до 19 века существовал лишь простонародный аналог этой профессии. Представителям называли повивальными бабками. Как называют эту профессию сейчас? Это повитухи, знаешь. Повитухи, да. А как они? Кто это, блядь? Повитуха — это акушерка. Совершенно верно, акушерка. О. Слушай, курьер, а ты, блядь, а я там, просто да? Извлек ошибки из прошлых игр. Ну, у тебя спереди одна голова, сзади другая. Сомелье это кто? О, блядь. Это, ну, дегустатор алкоголя, и который подсказывает тебе по алкоголю. Но он дегустатор конкретно чего-то. Да, это очень важно. Сомелье? Да. Хорошо, допустим, вина, но есть и другие. Ни слова, молчи, блядь, молчи, вина, все, молодец, давай дальше. Не закапывай себя. Не, ну серьезно, есть другие. Сомелье по водке, знаменитейшие. Название этой профессии от французского слова, означающего вербовать, набирать войск. Часть специалистов носит мирный характер, работа. Каких? Как они называются? Кто подбирает народ? Сука. Ну, военком, слышали такое? Рекрутер. А, рекрутер. Если бы сказали военрук, я, блядь, засчитал бы. И военком. Представители этой профессии офицеров в прошлом ходили в число самых древних лиц различных правителей. Например, в французских летописях имеют этого придворного специалиста, что сразу после имени самого короля. Назовите эту профессию. Ну, я попробую, может быть, шут. Бля, то есть в... Сука, после короля сразу шут. Да. Нет. Это бухгалтер какой-то, я не знаю. Я бы подсказал. Блядь, может советник, да, какой-нибудь, кто помогает королю вот эти, блядь, выборы делать. Блядь, чуваки, я вам скажу так. Король этому человеку доверяет, блядь, все. Доверяет свое здоровье, блядь, все доверяет. Это дегустатор, блядь. Нет, не дегустатор. Блядь, дегустатор хуя. Это повар? Да, это повар. Блядь. Откуда ты знаешь, ебать? Я просто предположил, что он повар готовит для него. Отказывается. Повар готовит для него пищу, а дегустатор пробует. Да, дегустатор важнее. Представители этой профессии называют также аранжировщиками. Однако в аранжировке музыки они не имеют никакого отношения. Блять, у меня все из головы повылетало. Маша с Алькором нанимали этого подругу, да, или человека. Да. Ну типа тамада? Не-не, они нанимали ведущего, но тут суть в другом. Это другая профессия, они нанимали еще кого-то. Ну у меня вот вылетело из головы, как она нахуя называется. Флориста, скорее всего. Флориста. Их называют аранжировщиками? А хуй их знает. Нихуя себе, блядь. Аранжировщики называли. Флористы есть. Дата распада СССР. Число месяц. Мне достаточно год и месяц. Год и месяц. Год и месяц. О, Маш, вот это вот началось. 26 декабря 91-го. 91-й месяц и это. Классно, да. Караванная дорога, связующая Восточное озеро с Средиземным морем в древности и средние века. В первую очередь... Толковый путь. Верно. Только ты забыл одно важное слово. Ух. Я засчитаю тебе так. Попробуй вспомнить что-то. Ты от первое слово. Шелковый путь какой? Тутовый.
Тутовый? Великий. Тутовый. Тутовый. 200 IQ. Этот русский князь прославился введением первого письменного закона «Русская правда» в 11 веке в основном и основанием одноименного города. Я пока отойду продолжать играть. Петербург. Не-не-не, подожди, это князь. Не мой ответ. 700 это не мой ответ, ну сейчас. Это русский князь. Русский князь. Ну, допустим, это... 11 век. Киевская Русь там. Да-да, это Киевская Русь. Ну, допустим, это Ярослав Мудрый. Нихуя себе. Там, а там два варианта. Либо Владимир Великий, да. Либо Ярослав Мудрый. Сколько длилась Столетняя война? Плюс-минус 5 лет. 101 год. Нет. 116. Там уже поздно. 116 лет. Совершенно верно, Муниверс. Ебать ты умный, ебать, охуеть. Да, блин. Блядь, смотри, да ненависти. Ебать ты жесткий, Артем. Ебать ты Артем, блин. Да бывает. Какая болезнь убила треть населения Европы? Ого. Чума? Какая? Черная чума. Не, да я знаю какая. Ну ладно. Что, будем отменять, что ли? Как в смысле? А у меня легкая игра, что мне, блядь, бубонная чума. Он сказал чума. Чума так чума, а что бубнить-то? Ну, у него и так 600 очков пристали. В каком году Гитлер покончил жизнь самоубийством? В 45-м. В смысле, блядь, он же в Бразилии еще жил. Да, не учел. Или в Аргентине, где он? В Аргентине. Не учел в натуре. А покончил все-таки? Вот-вот, типа, пока не доказано, не ебешь, что сказано, блядь, поэтому... Хорошо, в каком году Гитлер, возможно, покончил? Вот это другой базар. Школьная программа, помнишь? Напитки. А пиво? Язычки. Микрофон, выбирайте. У вас минус 300, ё-моё. Да ну как-то не идет, блядь, я хуй знаю. О, это, кстати, с напитком ничего общего. Я возьму, Миша. Да я Алькору дам, у него тоже минус, блядь. Но Алькор должен справиться с этим вопросом, он Алькор просто шарит. Назовите фильм по этой трэшевой озвучке. Я знаю, кто ты, кровосися. Это я говорю в сталке. Алькор же ушел. Сказал, играйте, я ушел. Блядь. Я могу за него ответить. Отвечай, Миша. Сумерки. Верно. Да. Молодец, Алексей. Алексей, выбирайте. Алексей выбирайте. Да, языки-то есть, Алексей. Давайте дальше. Как называется наука о языке? Лингвистика? Да, Дима. Ну, давайте что-то это, блядь, более сильнее. Как бы, вот кино и сериалы 700. 700. О. Что держит в руках Оскар? Приз Американской Академии. Оскар? Что он держит в руках? Да. Сама статуэтка что держит? Это оружие. Блядь. Может, Оскар держит Оскар? Автомат Калашникова. Меч, блядь. Она хуя ему меч. Мне казалось, что кубок. Да, я всегда говорил, что автомат Калашникова. Саундтреком какого фильма была эта прекрасная песня Линкин Парк? Бля, ну это, наверное, эти трансформеры. Гений. Нахуй мне ее слушать, скажи. А вы слышали песню или просто? Нет, там на чехол. Нет, я просто префайером хуярю. Это они ни у кого другого не играют. Не, у меня не играло. Графон. Спасибо огромное, спасибо. Графон, у меня не было музыки. Я просто нажал во время вопроса, я даже не думал, что музыка будет. Ходи, Миша. Ой, блядь, Дима. Я же выбираю. Назвать сериал или фильм, в котором играла эта песня. Лоу. Это теория большого взрыва. The Big Bang Theory. У меня один, блядь, ровно один звук произошел, и все. Вообще, ну там понятно было, звука не было. Этот фильм 56-го года о суде присяжных переснял Михалков в 2007-м. А, 12, блядь, или как он там назывался? 12 кого? Стульев? Бутылка. Нет, блядь, не 12 стульев. 12 присяжных. Блядь, подождите. А не просто 12 он разве назывался? Я тоже думал, что просто 12. 12 я всегда 12 думал, что он 12 чего? Назывался. Число 12. Просто 12? Нет, не просто 12. Ебать. 12 разгневанных мужчин. А, да? Нихуя себе. Зачем? Он переснял? Круто. Нормально же было. Давай, Димас. Нужно было бюджет попилить. Какой фильм этот сад? Если человек искренне раскаивает в своих грехах, он может вернуться в то время, которое было самым счастливым для него, и остаться там навсегда. Может, это зеленый страй? Да. Да. Ёбаный в рот. Кофе. Отличный фильм. Это говорил не кофе, это говорил индеец. Перед казнью. Давай, мы живопись. Погнали. Живопись. Что такое темпера? О, темпура. Это такая... Темпера. Это вид, как акварель. Темпура это жареный шашлычок. Или там темпера. Темпура. Автор картины «Три богатыря».
Вот ты богатырь. Кто? Может, только фамилию. А там, по идее... Васнецов. Да. Охуеть, в натуре. Вопрос секретный. Мне Триадор можно монстр убиваешь. Загнал просто. Этим вопросом ты убиваешь нахуй, блядь, наповал. Не-не-не. На него никто здесь не ответит. Миша, рискнешь? Ты рофлишь, что ли? А давай рискнем. Если там никто не ответит. Давай. Все, я снимаю очки. Знаменитая картина, процитированная в кино. Стоимость 400. Этот фильм, это фильм «Приключения барона Мюнхгаузена». Гильям 88-го. А теперь назовите, что это такое. Что за картина? Это Венера. Это Венера. Ну, нет. Как называется картина? Девушка в ракушке? И мне еще автора надо, кстати. Ну, похоже на мушлю какую-то. Ну ладно, мушля есть автор. А как называется? Будиарт. Я недавно смотрела. Картина? Да как картина называется? Ну, допустим, Леонардо да Винчи. Да никогда. Хорошо, предположим. Это рождение Венеры Сандра... Я уже забыл его фамилию. Сандра Боттичелли. Карина была близка. О, точно. Карина была близка. Ну что, давайте живопись добьем. Давай. Ой-ой-ой. Просто так, это легкий вопрос. Я обошел ва-банк. Кто ставит? Дима? Не, я не шарю. Класс. Это не, очень легкий вопрос. А у меня само поставилось, да? У нее? А у тебя да, по номиналу. По номиналу идет игра. Понимаю. Да. Пас, блядь. Пас. Не ну, хочу играет я. Курьер Старк. В каком известном фильме «Точный Госта» была эта картина? Бля, да? Ну это же не сложно. Изи ва-банк. Совершенно верно. Просто бы, да. Я у говорил. Ночь кроссом пошла, он просто за эту десятку ебать. Даже цитата точная есть. Ну так и... Опа. Ну что, ребята, кто хочет? Это... Графон, любимый это... ты мой. Это смерть, блядь. Известный фильм. Это ад, блядь. Дружище, да. Прощай. Назовите двух художников картин, которые были показаны в фильме «Титаник», режиссер Джеймс Кэмерон. Что это, блядь? Это... Арсюхина болото. Картина жены. И вторая. Питер Миро. Это известные, это легко догадаться, кто это. Болото и Питер. А ну-ка, давай, подожди. Да, второе. Это... Пять похожих на женщин. Ну-ка, кто там? Слышь? Кто второй художник? Кто второй нарисовал? Ты сказал, это легко. Ну я сейчас не вспомню этого художника на самом деле, но он известный, очень известный. Это его стиль. Охуеть, правда известный, но ты... Это чисто его стиль. Пацаны, это Ван Гог, нет? Не-не-не. Пикассо. Это Пикассо. А, Пикассо? Точно. Клод Мане. Ну, тот, конечно, да. Изи. Я сейчас не вспомню, но... Нет, ну, да, я старый. Поехали напитки. Напитки за 300. Крепкий алкогольный напиток, полученный путем дистилляции ферментированного сока голубой агавы. Так эти, блядь, пьют. Альмека, нахуй. Текила. Да, текила, правильно. Карина. Какой мискаль? Какой мискаль? Бочка хочет это? Зайди в игру и скажи это. Перед игрой для возбуждения аппетита. Аперитив? А это вам на аперитив. Только... Согласно одной из версий, о прирождении этого напитка, испанцы впервые попробовали его, воскликнули. Это кровь дьявола. Испанский... Это типа... Сангрия. Сангрия? Нихуя себе. Сангрия, она очень сладкая. Да, почему кровь демона? Какой напиток считается самым древним алкогольным напитком? Что вообще первым пили, бля? Да спирт. Брашку. Пиво. Так спирт или пиво? Пиво. Нет, не пиво. Кажется, вино. Окей. Я вот, ну, вроде хуй бы знает, может, это до вина еще было. Да, или... вроде бы пиво, да. Мне кажется, вино. Мне кажется, вино, да, сок, да. Наверное, забыл. Я не на какой-то видос смотрел, и там говорилось, ну, про пиво. Чтобы сделать пиво, тебе нужно мель. А чтобы сделать вино, тебе нужен любой фрукт, точнее, ягода. Забродить. Так, сначала пиво, блядь, делали как кашу, типа, без меля. Без риска. Блядь, прощай, нахуй. Это последняя работа этого художника. Портрет Мариоса Варвоглиса, написанный в 1919. Ну, это тоже Пикассо. Пикассо в 920-м почил, да, значит? Это Амедео Модильяни. Ого. Амидамар. Если бы ты сказал, я бы тебе квартиру отписал, кстати, блядь, сразу говорю. А если бы я знал? Я бы отписал, да похуй. В какой стране изготавливают самую крепкую водку? Мне кажется, ты хочешь спать со своей квартиры. В Финляндии? Чел, финская водка, это прекрасно, но нет. Это крепкая. Ну это да, это такая славянская страна.
Украина, блядь. Словакия, Братислава, блядь. Спиритус. 96 метров до земли. Как такое пить? Почему она водка называется, да, из 96, блядь? Называется Спиритус. Играйте фильм по эмоджи. Мужик плывет с тигром. Это жизнь Пи. А кто такой Пи? Пи это мальчик вот этот слева, который... Вот именно он, да. А зачем он с тигром плывет? Ну там почти весь фильм не систем, да. Ну нормальный, прикольный, он красивый очень. Прикольно провел. Радиус окружности равен 6, чему равен диаметр? 12. Совершенно верно. Так, кому, блядь, инсайзу? Не гуманитарий сидит. О, вот же он диплончик пригодился. Ну, в общем, вот вам уравнение. Так, что получается? Нормально ты? Сразу же, блядь, нажал, ответил, не считай, ты, блядь. 4, 5, 6, 7. Я тебя умножу на 0. Блядь. Это серьезно, 5 будет. 70. 5 будет. А это плюс. Так, 5 умножить на 0, окончательный ответ. Можно услышать? А, да, 5, 5, 5. Нет. 70. Бля. Да, 70. Да, 70. Подожди, а там один раз же нету 5, скобок. 5 умножается 0 один раз. Не-не-не, стой. Так там же нету скобок. Именно вот там именно. Вот именно. Нету скобок. Умножение на одно только делается и все. Умножение делается. А, блядь, хренан. Да, две головы лучше, чем одна. Посчитал вначале правильно. Чё, брат? Чувал! Вперед! Шкурка, найдите ошибку в предложении Does you like my mom? Правильно будет сказать do. Yes. Of course. Нихуя себе. Ну вам надо. Столица Южной Кореи. Yes. Ура! А Карина, кстати, дала больше ответов, чем Саракет объективно. Я бы сейчас вот ответил на вот эти пятерочки и уже было бы проще. Да, конечно, ответил бы ты, да. Атом лишённый всех электронов. Уф. Пояси. Протон? Совершенно верно. Нет, ядро. Блять. Электроны и протоны. Ядро. Ядро, ёбаное. Чуть не проебался. Ядро же, блять. Знаешь ли ты, кто является основоположником медицины? Гиппократ? Верно. Блять, я ждал подвоха. Ну клятву же. Не, ну клятву. Ну мало ли. Что означает в переводе с французского Эрмитаж? Ой, блять, Эрмитаж. Какое-то место. Место чего? Место уединения. Нихуя там не уединенно. Там. Да, нихуя уединиться так и не получилось. Только бабок сидит, смотрит. Какие два языка являются официальными языками Канады? Блять, как нажать английский. Почему французский? Украинский забыли. Сейчас потому что французы туда первые приедут. Бонжур, ёпта, потому что. Кому пришлите слова? Знаете много языков, значит иметь много ключей к одному замку. Или замку. Такой пистолет немецкий есть, только через А. Вальтер. Вальтер. Вольтер. Вольтер, по-моему, его. Какой древний язык называют языком богов? Ох, греческий. Бля, батяня, нет. Может, латынь? Бля, батяня, я не знаю, что такое, блядь. Сейчас, секунду. Сори. Я погуглю, блядь, сейчас. Еврей. Не, нихуя, не латынь. Не латынь. Блядь, нихуя себе. Что ж там еще? Украинский. Санскрит, это древний язык Индии. В Индии старый, так говорили. Назовите первый в мире высокоуровневый язык программирования, созданный немецким инженером Конрадом Цузе в 43-45 году, впервые опубликован в 48-м. Блять, высокоуровневый? Калькуль в конце. Калькуль. План калькуль. План калькуль. Энигма, да? Вот это название, сейчас вот красивый язык программирования, блять. Явок. План калькуль. Третий раунд. Космос. Литература. Медовик. Религия. Прага. Дом звучит классно. Прошу вас, Муниверс, что-то вы скатились. Опа. Так, секундочку. Мы уже об этом говорили сегодня. Давайте литературу начнем. Литература. Так, автор книги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». О, мы такую книгу дарили. Хуяся. Так это Джокер писал наверняка такой. Я не знаю даже, как его посылать. Хуя знаю тоже. Карнеги. Карнеги. Дейл. Дальше хорошо.
Давайте рандом, пацаны. Ебать, прям завоевывать как можно. Как называется премия, которая в Америке называется худший кинокартина? Ой, блядь, это Миша должен знать. Блядь, какая-то малина. Да, золотая малина. Оскар. Пак. Оскар, блядь. Потенциальная героиня Франции, которая вела своих воинов к победам, пока не была... Жанна Д'Арк. Да. Я вроде раньше нажал, ну ладно. Ну, я ж пониже, ну... Да-да-да. Отгадайте ребус. Ой-ой-ой. Так это ж гомункул, блядь. А я уже Го-Ес Луна, думаю. Какого мультика? Ой, блядь, ну Охотники за привидениями, но мультик-то назывался... блять, настоящие охотники за привидениями, он, или как-то так назывался? Да, так и хочется тебя задушить, просто охотники за привидениями. Я просто помню, что мультик как-то по-другому назывался. Это российский сериал попал в рекорды рекордов Гиннесса как самая длинная адаптация. Качество этой адаптации для рекорда не имело значения. Солдаты. Саша и Маша был такой сериал, и там Саша играет в этом сериале. Мне кажется, это... Воронины. Адаптация, блядь, чего? Адаптация чего это? Адаптация чего-то, блядь, давай. Ну, продолжаем. Наверное, был сериал. От чего или от кого? Американский. Ну, кого не хватает? Ну, кого вставишь? Там мыльные пузыри. У меня написано ворона. Там мыльные пузыри. Верно, мыльные пузыри. А есть мамсон. Кого вставишь, от того и убегает, блядь. Известная личность. Это великий информатик, известен в том числе и как исполнительный продюсер в мультфильме «История игрушек». Как его зовут? Забей. Чуваки, вы все его знаете, ебать. Подождите, ну я знаю, кто это. Носит джинсы и водолазки, блядь. Стив Джобс. Это Стив Джобс. Верно. Да? Я даже не знал, что исполнитель, он был продюсер, ё-моё. А зачем ему указали? Или он там реально... Символ какой религии является шестиконечная звезда, звезда Давида? Еврейской, как называется? Ну а как у неё называется? Иудаизм. Ну и как? Иудаизм. Иудаизм, верно. Когда уже будет сатанизм, блин? Говорит жми и говорит еврейской. Дальше думай сам. Да, мне просто надо было вспомнить. В каком саду гуляла библейская Ева? А, ну. Ух ты. Какой сад? Райский? Эдем. Эдемский, да, точно. Маша, Алексей, ты в курсе? Мы слышим, что Маша говорит, там никаких секретов нет? Не, Маша просто смотрит на пацанок со всеми, блядь, и орёт. Не, понял, без проблем, просто если что мы слышим. Не должно быть. Окей, да, просто знаю. Тут эфир и вся хуйня. В Эдеме, наверное. Саду придворья, какой русский писатель за критику официального православия был удивлен от церкви? Толстой? Совершенно верно. А я думал, маэстро этот. Панасин? Маэстро. В какой стране появился джайнизм? Это типа религия джайв, блядь? Там древний язык еще был. В Индии? Масэти. Я думал, это культ поклонения Джаджа Бинксу, блядь. Как называется национальный религиозный культ на Гаити? О, господи. Бля, это пиздец. Who do you bitch? А, Вуду. 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 Надо было тебе пускать. Sam Bing got the bat. Bang that got bop in the night. Розы в церквях вешали в самых уединенных местах. Розы по преданию Купидон подарил богу Гарпократу. А богом чё был Гарпократ? Интересно. Явно отсутствием пиздежа всякого он был богом. Хороший бог. Прикольный бог. Литература 400. Какому русскому монарху посвящен памятник в поэме Александра Сергеевича Пушкина «Медный всадник»? Кто этот всадник? Очень знаменитый, чуваки. Сигареты сталкеря. Петр Первый. А что ты не подсказываешь? Петя, да, было просто. Ой. Я знаю, да, в нем на варе мудрец всегда проигрывает в споре с глупцом, бесчестный честно стоит, а капля счастья тонет в море горя. Назовите философа поэта, как лица автором этих строк. Эклезиаст. Опять этот Джокер. Это Амар? А, знаю. Хай, это. Ну... Амар Хайям. Верно. Джокер под пивком. Карина. Джокер. Первая экранизация этого романа появилась в Российской империи в 2013 году. Фильм был немым и непродолжительным. В 2015 году вышел еще один немой фильм. Первая серьезная кинокартина вышла в Америке в 1956, где одну из главных ролей сыграла Одри Хёбберн. Фильм вызвал бурю обсуждений и был номинирован на Оскар. По какому роману была эта экранизация и кто писатель? Тамагин, «Война и мир»? Да, это «Война и мир». Нет, или да?
Ну пробуй, Тереха, 3400. Да я не помню, кто писатель. Кто написал? Ну кто? Ты же... Тоже Толстой? Ты же отвечал. Кто? Толстой, Толстой. Толстой. Есть, почему? Толстой, есть, ну Алексей, почему? Толстой, блядь, по-моему. Как называется кредо полного отрицания общепринятых ценностей, культивируемое... Ну, нигилизм. Верно. Да. Базаров был классным чуваком. Нажал. Был классным чуваком. Что, по мнению матери Булгакова, является злом? Булгакова, блядь. Я открыт, я откровенно это пропагандирую. Женщины. Эгоизм. А-а-а. Эгоизм. Женщины, говорит. Кто это и чем он? Кто он вообще знаменитый? Это ж Никола Тесла. А чем знаменит? Да, чем знаменит Никола Тесла? Своими изобретениями. Какими? Какими? Переменный ток. Открытие как... переменного тока. Открытие переменного тока. Нет, неверно. А жаль. Я почему-то Тесла. Уверен, что это не Тесла. Ну да, да, да. Это реально похоже на Тесла. Аптека. Бессмысленный тусклый век. Это блок. Еще хоть, да, четверть века. Все будет так, исхода нет. Вы любите розы? А, нет, у Маяковский. Кто это? Назовите имя. Ух ты, ё-моё. А, так это ж королева. Это Екатерина Вторая. Да. Екатерина Вторая. Чем заржал? Чем знаменита? Ну, это императрица русская. Она говорят, что она спала с лошадьми, но это неправда. Это неправда, верно. Скорее всего. Это неправда. Это значит не Екатерина Вторая. Значит, это Лиза, ебать. Кто это? Может, Елизавета, да. Историк, Фредди, кто это? Императрица Елизавета Петровна. Кто-то купил диплом, походу. Я хуй знает, как нам Елизавета. Где трех этих философ? О, так это Черепашки Ниндзя. Да вот же, они слева направо. Слева направо. Нет, за ракеты, это философы. Гриш Реверенд. Как их там звали? Леонардо, Рафаэль. Леонардо, Рафаэль, Микеланджело. И Донателло. Да ладно, я шучу, я шучу. Один лишний. Аристотель. Так, есть один. Кто он там? Гиппократ. Ой, нет. Да-да, Гиппократ и... Ну все, отлетаешь, Гиппократа среди них нет. Так, Аристотель, Сократ и Платон. Сократ и Платон, точно. На коне, ебать. Да. О, ой, это очень крутой вопрос. Чуваки, это можно, охуенный можно вопрос. Кстати. Миша, будешь? Не-не-не-не-не. Тереха? Давай. Личность в спорте. О, блядь. Кто это? Дима, а ты вообще АФК? Или ты отошел вообще от компа? Как интересно, АФК стример. Тебя забанишь, что ли? Тереха, блядь, Тереха. Это Майкл Джордан Теренти, блядь. Кроссовки ты, блядь, какой фирмы таскаешь? Он еще и в этом мультике... Да, космический джем. Блядь, да. Это ты, конечно, дал. Кто это? И чем он знаменитый? Кто это такие? А, загрузилось. Две этих, блядь, сестры-близняшки. Нихуя не загрузилось. Ну, они были белые. Вот эти там. Я и моя тень, блядь. Это Линдзи Лохан, она одна вообще. А, да. Ловушка. Это ловушка для отвечающих, блядь, родителей. Да тут целая эта космоса, мы ее не брали, да вы шо? Так, сейчас. Каких двух планет у нас всем и нет спутников? Одной хватит, похуй. У Луны нет. Мне кажется, у Венеры нет спутников. Нету, правильно. А еще скажешь вторую? Плутон может. Может быть, у Плутона. А Нептуна есть? Ну, не знаю, если честно. Меркурия нет еще. А, ну самый ближайший. Самый ближайший. Давайте анекдот. Слишком близко к Солнцу, да. Как по-научному называется звездопад? Дождик какой-то. Дождик. Метеорит. А, ну, вообще, да. Логично. Так и есть. Какая по счету от Солнца планета Юпитер? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Седьмая. Нет, не седьмая. Бля, да ну нахуй, я сбился с счету. Так, раз, два, три, четыре. Блин, Марс, четвертый, пятая. Пятая. Блядь, сука. Ты же насчитался в голове, блин. А как же нажал, ответил, пацаны? А что такое астрономическая единица, сокращенно АЕ? Это когда ты кого-то убиваешь, и такой... Это какая-то... Кайфуешь чисто. Это примерно 150 миллионов километров от Земли. Как называется граница черной дыры? А, горизонт событий. Да. Какой молодец. Совершенно верно. Заглянуть бы. Я про космос смотрю просто по ночам. Кого называли отцом русской космонавтики?
Ну, хотя бы Гагарина. Наверное, ответ очевиден, но что-то как-то... Циолковский. Ну да, 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 да. Или Циолковский. Циолковский. Циолковский, извините, да. Русской демократии. Четвертый раунд у нас еще есть. Блять, когда будет для быдла уже что-то? Флора и фауна. Там пак для быдла, блядь. Спор. Логотипы или бренды? Прошу меня. Ну давайте флора и фауна. Флора и фауна. Назовите это растение. Жми. Это мухоловка, ебать. Совершенно неверно. Неверно. Жрать? Бля, заказывал семена на эту хуйню, ничего не пришло. Вишь, долбит, блядь. Неплохой блант, ебать. Нихуя. Пчелы вводятся на всех континентах мира, кроме одного. Какого? Где нет пчел? Да нет. То, где их не уважают. Это в Японии? В Японии? Континент. Жми! А, блядь. Жми. Да жму. На Антарктиде пчел нет. А это что, континент, блядь? Я как раз думал, Антарктида это континент или нет. А как же морозные пчелы? Морозные пчелы. Морозным холодом наносят. Мимо меня. Рой морозных пчел. Какой свободный животный является самым быстрым? Хотелось бы сказать гепард. А скажешь Миша Графон, который бежит в KFC. Почему в KFC? Не знаю. За ножками. За хот-чикен, хот-чикен. Ну короче, давай. Гепард, гепард. Верно. 120 километров, блядь. Батин на шестерку. Мне просто нужно едет, было больше времени. Вопрос с секретом. О, ребят, кто хочет? Это убийство. Ты можешь себе оставить. А хотя, пчела в пуховике и ушанки. Муниверс убийства хочешь? Ну давай, похуй. Это прям, кстати, умер. Серёжа, давай. Похуй убьюсь, похуй убьюсь. Или, блядь, Лёха, душит, тебе от Карины душит. Давай. И душит, и душит. То есть дайте звуки, тишина. Хищник. Мой ответ — хищник. Хищник в натуре. Это существующее животное, теряется. Ебать. Бля, звучит как кричащая жаба. Ой, это жаба, которая кричит ри. Да? Скажи хотя бы, что это, блядь. Жаба. Касатка же. У нее есть название. Короче, забей, это белуха, блядь. Что это вообще? Это, блядь, страшная штука. Да. Хуя! Она еще пизды даст, может. Сейчас развёбываетесь, он на сушу выйдет, ебало, набьёт. Назовите это животное. Латинское название — Скютигера Клеопатра. Жми, жми! Фу, нахуй! Это скалопендра? Нет. Жми, нет, жми, жми! Блять. Это ж мухоловочка. Да, это мухоловочка, верно. Ебать. А, у нас дома такие водятся. Жми, 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 жми. В Севастополе таких дохуя. Что это за птица? О, ебать. А это не аист марабу, который? Да, марабу. Нихуя. Самый страшный, блядь, считается вообще. Да, стрёмный. Ужасный, нахуй. Давай дальше. Ну шо, пацаны, я за спорт. Порт, да, ну, порт это... Какая сборная чаще всего становилась чемпионом мира по хоккею? Канада. Пошел ты нахуй. Неужели? Да ладно. Совершенно верно. Предатель родины. Спорт 600. Что это за вид спорта? О, так это же, блядь, а как его? Крикет? Вот, да. Ну это для стариков игра. По-русски, по-русски. Ну, она же даже видно, что стоит. Ну, по-русски скажи, что это. Крикет? Блядь. Крикет — это зажигалки такие. Крикет. Да нет. Я даже не знаю. Да, это крокетка. Крокет? Его, блядь, по-русски по-другому называют? Я тоже в шоке. Кто символизирует 5 Олимпийских колец? Ну, блядь, нам надо зрелище. 5 континентов? Гений. Подождите, а как же Антарктида? Ну, так бывает. А пингвины не обидятся просто. Ну, нам вот правый пингвин. В каком году сборная СССР по хоккею обыграла сборную Канады первой суперсерии? О, это сложно, блядь. Плюс-минус 5 лет. 76. 72. Ой, а был варик, Черёх? Да, давно это было, блин. Порт за 900. Назовите этот вид единоборств. И кадзуны хуярятся, смотри. Думо? Думо. О, ебать, оп. Это смерть, оп. Блядь. Ой, да, убийство, да? Кто за белый порошок, который мажут руки гимнасты? Блядь, это из мукой. Магнезия вроде бы, да? Да.
Я же в тяжке занимался, конечно, блядь. Ты что, не видел графонов 17 лет? Назовите бренд одежды. Жми, жми! Это Yves Saint Laurent. Ебать. Сырки, а уйди, посади Карину играть, блядь. А не хочешь там сама сесть? Жми. Жми, это Nestlé. Ну, бля, все любят запахи. Жми, жми, жми. А это чей логотип? О, я знаю. Это National Geographic. Совершенно верно. Подождите, я шоколадку хочу. Хорошо. Я Nestlé увидел, шоколадку захотел. Я сейчас графон обыграет, но Артём. Надо подсобраться, да? Ты далеко модный стоит. Да пальцами работай. Пальцами работай, да, ты там пальцами работай. Помогай пальцами. Хочу передать привет Сорокету, который играет в свою игру. От гиф-ножа бы тебе привет, Сорокет. Ну, да все равно, это первая игра, где я наконец-то не в минусе сижу. Я доволен. Потому что Карина помогает обыграть. Не, ну, на половину вопросов я же сам... Одна просьба. Видишь, что я шоколадку взял? Она просто не знает, что они у нас есть. Я просто. Максима шоколадка Несквик. Бля, как она шкребет. Там шоколадка с фольгой, это я слышу точно. Да, да, вы да. Можете попробовать угадать, что у меня за шоколадка. Ну, я говорю, Несквик. Аленка. Блять, гений. Аленка? Да, Аленка. Давай, дальше. Брандо, пришли этот логотип. О, ну так. Так это шлепко, блять. Конечно. Я приблизился, когда Саркет уже отвечал. На полсекундочки больше. Какой расстрел народом бренд Chupa Chups? Оо, это нихуя себе. Блять, это тяжело. Там Лионель Месси играет в этой стране в футбол. Нахуя нажал, это Аргентина? Нет, не, ну да, это правильно. Но в клубе он играет в этой стране. Не за национальную сборную, а в клубе. Блять. Я знаю. За кого он там нахуй играет-то, блять? Вторая попытка, потому что я тебя вогнал немножко, так сказать. Португалия. Супер. Чек В. Ну давай, страну, графон, пора. Да... Кого он там играет нахуй, я ебу что ли? Он играет на скрипке чел. Месси, Месси играет... Мессия. Да. Реал? Бля, Мишаня. Да я не... Реал, говорят! Ну, блядь, за... за Испанию какую-нибудь. Да, красавчик. Он играет в Барселоне. Я знал, что он же играет в Барселоне, но я не понял, откуда эта команда там, блядь. Город. Что это за логотип? Жми. Это Тесла. Да. Ебать, обыграл Карину в ее же игре, графон. Жестко. Жми, говорит там. Типа, кто это? Если бы там было больше одежды, мне кажется, у тебя вообще шансов бы не было. Какие вопросы? Ну все, как на Сямозере девочкам? Сямозере девочкам. Ну, нахуй, блять, если сейчас видишь, я охуею, блять. Это был... Жак Фреско. А шо, родители, походу? Это был Владимир Жириновский, блять. Это Павел Астахов, уполномоченный по правам ребенка. Ебать. Просто вопросы про футбол, это самое страшное для меня, блять. Добрый день, фраза «время – деньги». Он сегодня уже был. Двое, двое из Доты 2. Он там что-то с электричеством разработал. Николя? Бенджамин Франклин? А, поэтому на деньгах изображен. Ой. Какой фильм это сказал? Мы слишком много думаем, мы слишком мало чувствуем. Больше, чем... Блядь, короче, самый главный актер немого кино. Сорокет. Чапленша? Блядь. Осуждаю. А, нет, это пародия. Это пародия, да. Да-да-да. Ой, блядь, осуждальник. Но реакция сразу... Если вы думаете... что на что-то способны, вы правы. Если думаете, что у вас ничего не получится, вы тоже правы. Блять, опять Санька этот Джокер пришелся. О, глубоко, да, Джокер подбуханный валился. Генри Форд. Генри Форд. Какое литературное произведение эта фраза? А судьи кто? Ох, ебать, это что за... Или автора, или это? Это горе от чего-то. Горе от ума? Ага. Грибоедов, ебать. Ну, я думаю, Маша могла бы мне помочь, если бы сидела рядом, да? Кто это исполняет? Или написал? Написал кто-то. Кто это сказал? Высоцкий. Высоцкий? Это женщина, подсказка. Нормально. Что ж ты, третий помощник пришел. Бля, если что, с ним подсказка. Зайца! Будут еще подсказки? Хызы. Это женщина. По-любому какая-то.
третий помощник, это уже, блядь, ничего гала. Знакомо уже, ли вам имя Леся такое, знаете? Украинка? Леся? Нет. Агату Кристи знаю. Леся Украинка на украинском писала. К сожалению. Леся. Может, Барто какая-нибудь, нет? Ахматова. Анна Ахматова. Анна Ахматова. Ну ладно. Ну что, музыкальные клипы за... Поехали. За 500. Поехали, блядь. За 500. Что ты кавер-клипа на популярный... Вот, вот мужик сейчас будет, я знаю. Оригинал назовите. Оригинал? Да. Блядь, ебать. Ну я не загрузилась. А, блядь. Это не Umbrella Риана? Верно. А это же не Человек-паук случайно? А, это у них охуенный кавер, точно. Я помню, не знал, это. Так что похоже. Ванила Скай был? Да, Ванила Скай. Мамы! Точно. Что значит? Раду, спасибо за рейд. Группа ориентирована в 90-х годах. Здорово всем. Пятеро девушек. Здорово, работяги. Дружбе о том, что она намного важнее отношений с парнями. Критики с недоверием отнеслись к этой песне в 90-м году. Ты же Spice Girls. Да. Нихуя. I really wanna. Назовите название песни самого длинного клипа у Майкл Джексон. Не, не Билли Джеймс. Смус. Там, где они в Бразилии. А, ладно. Фраза, дамы и господа, рок-н-ролл. Началась история телеканала MTV 1 августа 81 года. Именно этот клип этой группы стал первым видеоклипом, показанным в эфире американского канала. Назовите группу и название песни. Видим, как рот сливается от Аленки у кого-то. Дичь какая-то. AC/DC, он же сделал направо. Видео Kill the Radio Star. На твои я уже не нажимаю правой. Он смог в 2010 году сделать то, что после удалось только Psy Gangnam Style. Он предварительным режиссером Райке создали клип не просто популярный до истерии. Впервые количество просмотров музыкального клипа на YouTube поднялось после кавера Дмитрия Локтя и Максима Козлова. Комментарий журнала Billboard пророчески гласил: эти новые движения, которые Дмитрий и Максим зародили, могут означать только одно. Прямо сейчас по всему миру тают подростковые сердца. О ком речь? Назвать исполнителя. А, ну я в чате уже прочитал. Жми! Это Джастин Бибер, бейби. Да, бейби. Блять, ебать, не знаю. А в чате Деспасита. Я тоже думал Деспасита, блять. Все клипы на какую песню? Жми, жми. А, ну, в рейтинг... Balls, Miley Cyrus. Да. Balls. Balls. Breaking Balls. Вы заметили, кстати, у него крепкие орешки. Breaking Balls, блядь. Мститель, общий сбор, блядь. А потом он выходит из супермаркета и говорит, какая девочка красивая. Угадаем, она в баре просто с длинными волосами. Угадаем. Осуждаем. Осуждаем. Карина подавилась. Блядь. Так реально была красивая. Давай, насколько ты феминист. Давайте мы плохое сначала, плохие вопросы разыграем. Две фразы. Фразы. Наелся и спит. Да, лол. А вторая. А, да. Мэри Кетт. А что за фраза? Вот это? Евгением чувака. И в каком телешоу он снимался? Экзибит, тачка на прокачку. Верно. Да, ебёт оборотку монитором, блядь. Что происходит? Почему меня не грузится? За что, за вот это? Да. А, уль. Смотрите фильм по кадру, в котором снимался Марлон Уэйнс. Что за кино? Это же это. Это очень страшное кино. И часть вам один, да? Я пересяду. Мы смотрели недавно. Хоть переклацаешь, конечно. Кто поёт? Блин, ну... Нет звука. Ну, там что-то про Калифорнию было. Его захуяли. Я забит. Его Notorious B.I.G. захуяли. Тупак. А имя? А Midday? А это же и все-таки было. Амару. А, понял. Хорошо, говно слили. Короче, женщинам было тяжело, блядь, но был один человек, который сказал, есть же, блядь, и этим человеком был кто? Это этот был чеченец. Извиняйся, лучше за ракет заранее. Еще 800 через 2 лет сыграли свадьбу. Кто был ее мужем? Так. А, так это ж Тю. И кто это? Так нажимай Тю. Давай Тю. Кюри, а кто? А кто? Авто. Понятно. Адам Кюри, старичок. Альберт Эйнштейн.
Альберт, бля, что? Бля. Им реально был Альберт Эйнштейн. А я этим человеком был Альберт Эйнштейн. Я же просто на шару сказал, блядь. Ох. В какой стране была принята декларация ЦУС, считающая одним из первых документов феминистического движения? О. Ну, на английском, ой, на американском. О, же пас. Америка. Америка. Америка, да. USA. Не, это правильно. Но у меня тут, типа, не только страна, что в какие годы это прошло все. Какие годы? Ну, плюс-минус 20 лет. Наверное, нет, подожди, по шляпе, по шляпе надо посмотреть. 30-е. Не, подожди, 800 какие-то. 800-е. 900-е. Я один крыжую, да? 908-й год, ребят. Ну, вы уволовались. 1908-й. Так что, ваш ответ 1908-й? Ну, да. Нет. Да ладно. Нет? 1830-й. Опа. Вот это, кстати, ловушка. Ёбочка. Что значит термин mansplain? Mansplaining. Это когда ты сидишь и широко ноги раздвигаешь. Нет, это mansplaining, вы ошиблись. Да? Да, вот mansplaining. Когда перекидываться мужиками. Mansplaining это... Когда мужчина манипулирует. Блять, нахуй я нажал, не отвечу, блять. Скажи, когда яйца чешет, да и все, блять. Ну, блядь, когда чешешь яйца, ебать, жесткие, мужские свои, нахуй. Или мне свои. Болз, да, болз. Болз, болз. Железный яй, болз. Что это такое еще раз? Когда яйца чешешь. Нет, блядь. Мэнсплейнинг — это когда разговор, короче. Мужчина прибегает к логическим, каким-то логическим терминам, которые понимают только другие мужчины. Ахуя себе, а такое есть? Мужчина прибегает к этому термину, ну охуеть теперь. Не, это типа, когда, допустим, ты что-то сказал, да, и тебя спрашивают, почему ты объясняешь, а женщина думает по-другому и говорит, ты мэнсплейнишь, короче, блядь. Иди нахуй. Вот так как-то. У меня так описано, и Лиза мне тоже про это рассказывала так. Где больше всего пивоса выпивают? Германия, Австрия, Нидерланды. Beer, motherfucker, do you drink it? Давайте две страны из трех, пацаны. Бля, Германия, Австрия, Нидерланды. Чехия еще. Чехия. Две, давай две страны, выбери любые из этих. Германия, Австрия. Нет. Нет. Да Чехия, Германия, Чехия. Германия, Чехия. А последнюю угадаешь? Россия, нет. Там, блядь, бухают. Бел, там, русский, подожди. Бел, там нет, бухают, нет, ебать копать, как, блядь, там прям хорошо заливаются, нахуй. А, Ирландия, ёпта. Да. Точно, чё я прикрытый, блядь? Там вот ты как только сказал заливаются, сразу писал Макгрегора, блядь. Ирландия. Бухого. Так. Дальше. Пивасик, блядь. Какой самый популярный пивной фестиваль? Октоберфест. Где проходит? В Мюнхене. Ебать, нихуя даже город сказали. Хорошо, пушка. Один изучает название, а второй — город. Может, третьего и третий вопрос еще Арсюхе будешь задавать? Можно упрощенно разделить все пиво. Нажимай, ёбаный в рот. Да я, блядь, даже не понял. Да я не понял даже вопрос. Лагер, ну типа светло-темное, лагер, вейстамбир или эль. Два типа, лагер ты назвал, какой еще? Ну, лагер и... И? Темное надо назвать, стал? Да, да, нет, не стал. Бля, я думал, как дела? Темное покатит. Я тоже думал, или там фильтрованное. Ну, тоже, мне кажется, фильтрованное, не фильтрованное. Да какой, блядь, отлетаешь? Лагерь. Он уже угадал лагерь один, блядь. Ну, лагерь и... Эль, наверное. И Эль. Не, ну я же называл Эль. Ну, ты сказал три, я тебе сказал, назови два. А, ну все. Сусь фокус, как бы. Не, просто типа, видишь, я просто люблю стаут, поэтому мне инстант. Да не, мы мемы добьем. Давай. Продолжи фразу из мема слово в слово. Сохрани себе... Ебать, я даже такого не знаю. Жизнь, мем. А то забудь. У нас стену или что-то такое, наверное. Сохрани себе этот крутой рецепт. Чтобы не потерять рецепт. Я бы точно не ответил. Рецепт. Кто или что вырезан из этого мема? В молодости мы ищем пиво по акции. С годами пиво по акции. Ау. Неплохо. Ебать мне жизненный мем. Мифология. Считается, что эти существа могли обращаться в любых животных, но чаще всего в больших черных собак. Так, дайте дочитать. Увидеть его в темной ночи на кладбище очень нервно значит. Ты нажал, Артём? Ну да, да, я вижу. Это оборотень.
Какой нахуй оборотень? Это ты оборотень, блядь. Во вкулака, не? Это перевертыш или как их это там? Это ты, блядь, перевертыш. Кто-кто? Перевертыш. Это грим какой-нибудь там, блядь. Грим, блядь. А что не сказал, Алекс? Да я не уверен был до конца. Блять, это существо в английской мифологии является дружелюбным домовым, но и способным на злые проделки. В США подобные существа известны под именем Бугимен. Джон Роулинг в Гарри Поттере представляет иной образ этих существ. Домашние эльфы? Домашние можно мне эльфы. Получить вот официальное название, блять? Я не знаю, просто в Гарри Поттере, блять, как называются это? Я не знаю, кто это. Домовой эльф? Домовой эльф? Нет, не домовой эльф. Жми. Домовой эльф. По-моему, они вредители. Они чисто вредители. Они превращаются в всякую хуйню, они вредители. Блять, ну тогда хуй знает. Я хотел сказать Пикси, но, наверное, вряд ли. Я уже не помню, что там еще в Гарри Поттере был такой из вредителей. Я не знал, что это. Мелкие сорванцы, блять. Ну, пикси только, я помню. Да нет, блядь, какие пикси. Ну вот, я говорю. Кремлины какие-то. Богар. Богар. Так он не мелкий, ебать, ты чё? Да я б мне вообще похуй, чел, блядь. А, понял. Сквонг — уродливое застенчивое мифическое существо, которое очень сложно поймать. Дело в том, что в случае поимки сквонг быстро расстреляется. В чем же? А когда женщина на мужчину писает, это не сквонг называется? Нет, это скрит. А, скрит. Сквонг слеза. Смотри, сегодня. Сквонг. Это Дмитрий Нагиев. Кто это? Дмитрий Нагиев. Блять, чел, у меня нет ответа, давай проверим. Это Дмитрий Нагиев. Да, это он. Похож, похож. Что сказал Навальный? Навальный. А это кто? О, это же ты. Писака. Нет, это... А, нет, подожди, это Дарья Донцова? Да. Yes. Блин, а я думал, как это раз. Никого у него глаза так близко друг друга, пиздец. Бля, стрёмная, да? Как будто бы нечеловеческая. Вообще, мутант. А это кто? Это дедуля этот. Это Гордон Рамзи, что ли? Боль в глаза. Блин, а я подумал, это смайл. Боль в глаза. Который боль скрывает. Дизайнер игры по созданию этой игры не случайно увеличил ей сиськи на 150%. Это Tomb Raider. Да, да. А именно? А Лара Крофт. Это что вызвало восхищение остальной команды? Это я знаю. Fallout 1.2 можно было... Ну, это уже был вопрос. Можно хуярить. А, ну, детей... Я же не играл в Fallout 1.2. 10 тысяч. Еще мой агрофон стреляет. В какой игре это музяка? В нарезках слышал, блядь. Блядь, он смотрит, смотрит выход! Ёбаный в рот. Что вы, блядь, кикнули? Это Saints Row? Нет. Блять, Максим, это гонка? Блять, он смотрит, смотрит выход. Блять, он смотрит. Блять, он. Блять, Максим, Максим, это гонка? Блять, он. Блять, он смотрит, смотрит выход. Да, это гонка. Это гонка. Ну это какой-то Need for Speed, блять. Бля, охуенный ремикс надо будет скачать. Да, Need for Speed, блять. Бля, я в эту хуйню даже не играл, блять. Знаешь, голова заболела, ебать, он орёт, пиздец, блять. Не, я в сказки верю. Ладно, я посмотрю финал. Я в сказки верю. Да. Не нравится Россия, вали в США, оставляй, блядь. Не, не, убирай нафиг. Вот это вот, точно. Зачем? Да зачем оно надо? Не понравилось Россия. Да чё это Америка, блядь? Давай, Димас. Димас. А я выбираю. Экономику мочи, блядь. Политику и экономику надо убрать. Политику нахуй, экономику. И можно будет играть, да. Бля, ты... Я вам все испорчу, уберу рекламу. Реклама минус. Минус политика. Тереха. Мультфильмы. Да, блядь. Курьеры Старкова. Деньги мочи, блядь. Хуярик. О, ну хоть... Ну что, играем деньги. Понятно все с тобой, вот так вот. Неплохо, но это хорошо. Только что, господа и дамы, увидели доказательства, что все стримеры алчные уёбки. В современной истории есть промежуток времени, когда не на счетах этой компании было больше средств, чем у американского правительства. Какой компании? А пока минутка истории. Вы знали, что Газпром, как компания, да, вот компания, стоит существенно меньше, чем компания Starbucks, которая разливает кофе. Это единственная компания, наверное, кто так может. Я бы сказал Microsoft, хоть я ответа не вижу, кстати. Microsoft определенно, да, но... А я, кажется, мне кажется, что это другая, типа, компания. Я так не думаю. А может... Почему? Ну, потому что, мне кажется, не Microsoft все-таки. Думаешь, Apple?
Ну, мне кажется, да, что Apple. Apple звучит очень типа. Apple звучит очень... поле ягоды. Давайте ознакомимся. Курьер такой давно говорит МММ. Нет, к сожалению, это не МММ. Это Amazon, наверное, блядь. Ну, я написал Amazon. Написал. И он совершенно прав. Они были еще у Beatles в студии звукозаписи были вроде бы. То есть они уже с 20-х времен существуют. Да, блядь. Это именно так. Терентий отвечает Amazon, но Терентий подсос Твича, поэтому нет. Amazon. Такие дела. А я МММ написал, ёбаный. МММ, блядь. Спасибо, ребят, за игру. Да, спасибо. Давай. Кто-то еще что-то будет?